В этом новом театре Манатска зрители смогут продвигать народное искусство. Отныне здесь будут готовиться постановки для больших театров. В торжественном мероприятии принял участие глава Кабмина Акылбек Джапаров. В своей поздравительной речи он отметил, что теперь деятелям культуры многое предстоит сделать. Уважаемые сказители эпоса Манас, мы склоняем головы перед вашим талантом. Позвольте поздравить вас с открытием здания этого театра. По инициативе президента Садыра Нургожоевича нам удалось реализовать эту идею. Теперь перед нами стоит задача разработать специальную программу прославления великого эпоса Манас. С поздравительной речью выступил и государственный секретарь Сюенбек Касмамбетов. Госсекретарь отметил, что за эпосом Манас стоит весь кыргызский народ. В стране растет количество молодых сказителей эпоса Манас. Этот эпос всегда с нами и является культурной основой нашего народа. Сегодня Манас звучит на радио, по телевидению и в других медиаресурсах. Мы и впредь будем развивать манасоведение и воспитывать новых юных талантов сказителей эпоса. Именно с этой целью и был открыт этот театр. В свою очередь, сказители эпоса Манас отмечают, что сфера культуры долгое время оставалась вне поля зрения государства. И теперь открытие этого театра дает надежду на то, что будущим поколениям будет передано великое наследие эпоса Манас. Отрадно отметить, что у нас не только открыли театр, но придали статус национальный. Это большая поддержка для нас, за что мы очень благодарны. Только поколение, впитавшее дух наших великих предков, будет искренне предано отчизне, родной земле, считая своим священным долгом беречь ее как зеницу ока. Отметил, что в феврале президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому Кыргызскому государственному театру Манас присвоили статус национальный. Такое решение было принято для усовершенствования системы работы сказителей и носителей нематериальных культурных ценностей кыргызского народа. С момента подписания этого указа культурное учреждение официально называется Кыргызский национальный театр Манас. Осенью прошлого года был основан театр Манас. Позже президент Садыр Джапаров присвоил театру статус национальный. Это большой шаг вперед. Как вы знаете, раньше мы все работали, грубо говоря, на добровольной основе, без зарплаты. Теперь же этот вопрос решен. Спасибо руководству страны и кабинету министров за оказанную поддержку. Напомним, о создании Государственного театра Манас впервые сообщили в сентябре прошлого года во время проведения фестиваля эпосов народов мира. Директором назначили Азиза Бимурзу Улу. Сообщалось, что финансировать работу нового учреждения будет Минкультуры. Кундуз Кадатаева, Сентурабу Киев, Алатуба 24.